Всем привет, братюни и сестрюни, наконец-то новый фэшн-выпуск. Я снова прикупил всякого трэша на eBay. Я вам крайне рекомендую пользоваться этой платформой, потому что там много чего интересного. Сегодня вот такой бренд. Вы вряд ли о таком слышали. By The R. By the R, не знаю, как переводится, но читается сокращенно байтер. Понимаете, да? Рэп, он везде. И это хорошо, наверное. Байтер. На самом деле, байт. Загуглите, не буду. Целый выпуск можно про это снять. Я вот узнал про этот термин из канала «Безумный рэпер». Вам советую на него подписаться. Клевый тип. Купил я, собственно, у этого корейского бренда настолько много всякой фигни, что решил записать даже два выпуска. Если вам очень понравится этот выпуск, надеюсь, вы его залайкаете, и тогда я точно пойму, что второй выпуск, который шмотки во втором выпуске где-то в два раза дороже, чем в первом. Поэтому посмотрим, что вы скажете на это. Идем по очереди. Первое, что я хочу вам показать, наверное, вот это я вот так отодвину. Как всегда. Это, как вам сказать, ритузы – некрасивое слово. Лосины – слишком женское слово. Давайте придумаем. Леггинсы, я знаю, называется, они сами называют это леггинс. Они называют men's leggings, типа мужские леггинсы. Но мне это слово тоже не нравится. Какое-то оно слишком женское. Короче, это типа как ритузы, только они немножечко тянутся. Они идут не очень плотно, как для колгот. О, может, давайте колготы. Все-таки колготы мы все с вами носили, да? То есть колготы подходят. То есть вот не сильно тоже подходит, но мы пока остановимся на этом слове. Это вот такие колготы с таким клевым, не принтом, а вышивкой на, получается, задней части ноги. Вот эта задняя часть уже в конце штанины. То есть ты идешь тут вот где-то вот так кроссовки, а вот это над кроссовками. Как вы спросите, Семен, как это носить? Ведь это ритузы, а значит, вот здесь будет как бы выпирать. Как это все-таки носить? Это я вам показываю зад. Лучше вам зад не показывать. Уже хороший выпуск, правда? Значит, действительно, просто так выйти. Я их дома надел, и жена сказала, слишком горячо, слишком можно немножечко похолоднее. И поэтому на улицу я так не выйду. Но я придумал, вернее, не придумал, увидел, как байтеры это советуют. Они советуют это носить с шортами, джинсовые шорты. Обрезаешь какие-то джинсы, купил джинсовые шорты, надел их, и вот эта штанина, если вдруг прохладно еще на улице, то вот эта штанина, выглядывающая из шорт, будет очень прикольно. Я это видел и на картинках, и уже готовлю себе какие-то джинсы, которые порежу. Так что это очень интересный бренд. То есть сразу вам скажу, очень качественно. Все корейское, то есть, знаете, есть ассоциация китайский шмот, так вот это корейский шмот, и он чуть-чуть дороже, он на уровне H&M где-то находится, то есть не так, что прям за $10 ты себе покупаешь там миллион всего. Следующий, из той же истории, только уже комплектик, зацените. Мы говорим сейчас о погоде 0 градусов. Вот сейчас за окном 0 градусов, и я приехал в этом. Я это снял, и сейчас сижу голый. Но правду я вам не скажу. Может быть, это правда, а может и нет. Посмотрим. До конца видео смотрите. В конце разоблачения. Это такой комплект. Получается, очень теплые, толстые флисовые штаны. И тоже немножечко тянущиеся и немножечко больше, чем надо, подштанники, ритузы, колготы, что угодно. Они без всяких принтов сзади, они в одной цветовой гамме. И вот эта штанина, она идет, вот можно закатать. Видите, слушайте, она очень синтетическая, здесь с начесом. То есть я шел сегодня в 0 градусов, то есть ни ветра, ничего не было, оно не сильно там, ну, может быть, вот эта часть и продувалась бы, если бы ветер был. Но сегодня мне было тупо комфортно, и даже я мог бы сказать, что жарко. Поэтому это очень клевый вариант. И штанина цепляется к шортам не где-то здесь, знаешь, завернул и все. А она аж вот здесь цепляется. То есть шорты можно затянуть вот так высоко, если вдруг вам этого захочется. Ну, знаешь, иногда бывает, идешь, хочется штанину.
штанину затянуть высоко. Бывает. Ну, вот эти, этот комплектик шорта-тузы. Давайте шорта-тузы это назовем. Шорта и ретузы. Тут много карманов. Сзади карман, два кармана вот так. Так что, в принципе, на все хватит. Единственное, что мне не очень нравится, что когда надеваешь их, то тут вот немножечко скомкивается, и вот так вот на поясе у тебя такой комок есть. Но это решается при помощи всевозможных худи, футболок, все, что сверху на это будет, на этом будет висеть. Очень прикольно. Вот это, наверное, одна из лучших, один из лучших лотов в этом сегодняшнем видео и в моем гардеробе, потому что такого у меня еще нет. Я думал, ну, попробую, как-то оно слишком футуристично, на самом деле вообще нет. Вот это уже комплект, из вот этого можно сделать такой же комплект, и мне кажется, это будет модным. Я такое уже видел. Вот, вот новая худи у меня, очередная. Она то, что называется oversize, носится как типа супер большая, как будто ты купил не свой размер, больше чем надо. Вот у нее большой капюшон, так что в принципе, если вот так носить, то вот это где-то на нос спускается, то есть очень нормально. У нее здоровенные широченные рукава, то есть зацените, и они сходятся в довольно узкие, ну то есть манжет этот. Есть карман посередине. Вот он, карман посередине. И самое интересное, это принт, конечно же. Спереди практически ничего нет, сзади здоровенная надпись Peace. И типа мир. А тут что? Gun. А здесь что? All. Ага, знаете, понимаете? All, Peace, Gun. Это такая загадочная хип-хоп фраза о том, что весь мир... Весь мир в плане не планета, а мирное время ушло. Вот, вот так вот. Ну, настроение вы поняли, да? Отлично, знал. Вы всегда меня понимаете. В этой худи я вообще летал только что в Нью-Йорк недавно на неделю. И поверьте, Дубарь был в один день очень напряжный. И с учетом там кожаной куртки сверху к этой худи очень тепло было. Поэтому она и теплая, и в принципе кожанку снял я и носил ее без... ну и можно и холодно, и не холодно сделать. Так, что вам дальше показать? Есть еще обычные штаны, белые. Вот этот лот мне не сильно понравился, но я решил его все-таки показать. Почему? Потому что они на самом деле вот эти штаны... вот это черное, вот это шорта штаны, все у них, а ну и худи в принципе тоже, все у них one size, то есть у них нет такого типа M, S, там 34, 35, 30, короче нифига, все просто штаны одни, на ком-то они будут типа комков больше вот так из-за того, что короче ноги, у кого-то они будут чуть меньше, но в принципе один размер всегда. И с учетом того, что это один размер, мне они показались немножечко мешковатыми на мне. Ну, во-первых, смотрите, какие прикольные веревочки, и они здесь не то, что завязал и в трусы засунул вот так, как обычно я делаю, и ты тоже. Не надо рассказывать, не надо, не надо. Я знаю, что ты это делаешь. Все мы в трусы... веревки, большая резинка, которая вот тянется, и видите, она вот здесь немножечко выпирает, потому что там здоровая, этот канат, это даже уже не затяжки какие-то, это канат. И не знаю, видно вам или нет, то тут очень крутая большая вышивка, которая меня собственно и подкупила. Есть такие белые и черные штаны у них, так на белых белая вышивка, на черных черная, то есть она не то что сильно бросается. Это такой, насколько я понимаю, кельтский крест какой-то. Не знаю, просто очень красивый перекресток нарисован. Сзади ничего нет, ну кроме карманов, просто обычные карманы. И мне не понравилось первое, это то, что они все-таки чуть-чуть большеваты, если вы хотите там, ну, узкие штаны носите, даже спортивные, то это немножечко большевато, но в принципе пойдет. Но то, что мне не понравилось больше всего, это то, что вот эти карманы, они, ну, они довольно большие, но они просвечиваются. То есть вот тут видно, что нога, а здесь видно такой чуть темнее, вернее светлее карман видно на ногах. Вот это мне не очень понравилось, но не критично на самом деле. Я думаю, я их все-таки буду носить, потому что
Белых штанов вообще никаких у меня нет. Ни джинс, ни спортивок, ничего. Поэтому, может быть, в какой-то момент мне этого захочется. И еще решил вам показать немножечко аксессуарчиков. У меня аксессуаров вообще ноль. То есть у меня только есть золотая цепочка, которую я ношу. А так я думаю, блин, хочу еще каких-то аксессуаров. И у байкера очень их много. На самом деле, ссылку на их магазин я оставлю в описании. Они, их нет, реселлеров, наверное, я не видел. И, кстати, по обслуживанию я вам скажу, я тупо пишу, говорю, а какой вот этого размера, можете то померить, а он там ссылку кидает. То есть я немножечко тугодум, но на самом деле у них в интернете есть все. Размер там вот этот, вот этот, вот этот. То есть вот этот, рукава, вот здесь рукава. То есть все размеры на все варианты одежды у них есть, и это, то есть... То, что, из-за чего я обычно стремался в китайских и корейских, там, ну, вот, азиатских брендах, это то, что там берешь себе даже XL на меня, да, и все равно она маленькая получается. Вот, поэтому там очень клево все отвечали. Во-первых, шапочка. Шапочка у них one size. На фотке был классный черный чувачок, который ее носил. Мне так понравилось, как она на нем выглядит, что я купил. И, ну, вы сами понимаете, да? Вы реально сами все понимаете. Не знаю, может быть. Почему я купил такую? Цвета там есть разные. Я купил такую, потому что у меня есть эти Тимберленды, да, такого цвета. У меня есть Пумы Фенти такого цвета. Думаю, блин, ну надо какая-то шапка сверху такого же цвета. Не знаю, она, мне кажется, маловато на меня. Дальше идем. О, вот это уже прикольно пошло. Вы скажете, что, Семен, ты сумасшедший? Я скажу, не надо мне так говорить. Потому что я купил себе вот такую цепь. Это никакое не серебро, ничего не стальная. А, вернее, просто стальная. Вот такая цепь. Конечно же, на джинсовую курточку это будет довольно глупо носить такую. Но на белую футболку или на что-то очень крупная цепь я себе хотел. Как теперь ее расстегнуть? Вот. Она... Не пачкается, она видно, что, ну знаете, не китайщина какая-то, а реально качественно сделанная. Хоть это, знаете, не серебро никакое, ничего. Посмотрим, как она будет носиться, но вот ее минимализм мне понравился. Также взял себе такую на руку, то есть у меня на руке обычно только часы, а здесь вот такая цепочка с небольшим крестиком. Мне понравилась, прикольная, тоже очень увесистая. Качественная. И еще у них довольно много всяких очков. Вообще, тема байтера, она такая, знаете, шипы, кожа, она очень напоминает Филипп Лейн как-то немного. Смотрите, какие. Оп. Мне вообще все говорят, что мне нужны только черные очки, вернее, только большие очки, потому что башка у меня тоже как бы не маленькая. И маленькие очки будут глупо смотреться. И какие-то обычные, знаете, как их называют, катафоты или авиаторы, да, у меня есть уже, и вот эти вот под Ray-Ban'а тоже есть несколько вариантов всяких, а вот таких вот больших, футуристичных, каких-то интересных не было, они недорогие, что-то там 20 баксов стоят, с хорошим чехольчиком идут в комплекте, и я подумал, почему бы и нет. Вот такой вот бренд, я вам сейчас еще покажу. В принципе, их логотип это череп, by the R, biter, biter, biter. В общем, такое. У них много очень айтемов, реально очень много. Я думаю, вот это видео, сейчас будет еще одно видео, которое там по хайповее, наверное, вещи. И я буду продолжать покупать у них какие-то вещи, напишу им, может, они захотят сотрудничать, будут присылать мне на халяву вещи, это было бы вообще прекрасно. Но бренд мне понравился. Это для меня, знаете, первый такой бренд стрит-фэшена, который из Азии не стыдный. Потому что все остальное, оно ну, такое, что, знаете, уже паковали в коробку, еще там что-то кто-то доотрезал. А, ладно, так, и так запаковали. Вот так обычно одежда с Китая. А это очень качественно. Присылают DHL-ам. Через неделю было у меня. Спасибо, что смотрели. Ссылки на все айтемы в описании. Подписывайтесь на канал, нажмите лайк. Больше лайков, больше фэшена. Становишься сразу моднее. Нажимаешь лайки на моем видео, сразу становятся девочки на тебя обращают внимание. Ну, в смысле, сестра, мама.
замечают, что ты есть. Хотя бы кто-то. Спасибо, пока.